и переходим в положение лежа на спине. Ложимся на спину. Если вам нужен пледик, возьмите пледик, чтобы укрыться. Если вам нужна подушечка, используйте под голову. Если чувствуете напряжение в области поясницы, лежа на спине, используйте сложенный пледик под колени или какой-нибудь валик под ваши колени. Ложитесь. Прикрываем глаза. Отстраняемся от внешних звуков, от мыслей. Мы побудем с собой наедине. Почувствуйте, как все напряжение с тела, с мышц уходит. Тело расслабляется. Пройдитесь вниманием от стоп до макушки, чувствуя, как все участки тела расслабляются. Расслабив тело, отпускаем все посторонние звуки, мысли о делах и заботах. Вы вернетесь к этому после практики. И сейчас вниманием из ума постараемся перенестись в сердце. Для этого мысленно проговаривайте про себя. Я отпускаю контроль ума. И еще вдох. И с выдохом я отпускаю контроль ума. Повторите 3 раза сами про себя. Затем, отпустив контроль ума, мы переходим вниманием от головы к сердцу. Все свое внимание сосредоточьте на сердце. И постарайтесь всю практику удерживать внимание в этой области, быть в сердце, думать и воспринимать из сердца. И сейчас, войдя вниманием в сердце, спросите, может быть, в сердце есть какие-то блоки, оковы, обиды, непринятие. Спросите себя, и ответ придет вам в виде воспоминания, в виде картинки или информации.
Это те блоки, которые мешают жить, любить и наслаждаться. И получив ответ, вспомните эту ситуацию. Где вас обидели? Или, может быть, где вы сами себе поставили блок на сердце. Любая ситуация, где вы отказывались от любви, где вы обижались, где было непринятие себя и других. Вспомните и проживите эту ситуацию. Простите себя, простите другого человека, на которого вы могли обижаться. Поблагодарите этого человека за опыт, который вы получили. И примите человека со всеми его недостатками, с его картиной мира. Этот человек тоже уникален, как и вы, со своим видением, со своей картиной мира. И вы принимаете его таким, какой он есть. Позвольте ему быть самим собой. И эту обиду, блок или какие-то оковы, все, что вы прочувствуете, что мешает вам любить, мы все это трансформируем в свет. Свет и осознанность. Представьте, как эти чувства, негативные чувства, эмоции, все это преображается в свет. Свет и осознанность. Уходит блок, он тоже преображается, трансформируется в свет. А сейчас после этой практики вам будет намного проще войти в сердце, прочувствовать сердце и любить. Перед своим внутренним взором представьте ваше самое любимое место на природе, на нашей прекрасной планете Земля. Это место, где вы уже были, или, может быть, вы там еще не были. Представьте любое место, которое приносит вам эмоции красоты, гармонии, спокойствия и любви. Постарайтесь представить все объекты как можно ярче. Может быть, там есть звуки, и вы их слышите. Это может быть как горы, ветер, птицы. Это может быть лес и ручей. Может быть, это океан и волны. Все то, что вам нравится. Представляете?
это земля, это природа. И природа дала вам жизнь, дала вам ваше тело. Сейчас выразите благодарность природе. Почувствуйте любовь к мощи, красоте, к силе природы. Почувствуйте, как ваше сердце раскрывается навстречу земле, матери земле, природе. Представим небольшую сферу, поместим туда свою любовь и благодарность за то, что мы есть, и отправим земле. Нужно отправить вниз, в центр земли, свою любовь, благодарность. И постарайтесь почувствовать ответную любовь, как восходящий энергетический поток, идущий от земли, поднимающийся вверх, проходящий по вашему телу. Это энергия любви нашей Матери Земли. И пусть она пронизывает все ваше тело, наполняет его. Сейчас представьте звездное небо. Представьте солнце. Это то, что дает нам жизнь, нашему телу, дает жизнь природе, земле. Вы благодарите солнце, небо за то, что вы есть, за то, что есть и земля, и природа. Ваше тело есть все, что вам нужно для жизни. Почувствуйте искреннюю любовь к небу. Прочувствуйте эту любовь всем своим сердцем. Поместите свою любовь в сферу и направьте эту сферу солнцу, как благодарность за то, что вы есть. Почувствуйте ответную любовь от неба, от солнца в виде нисходящего потока, который идет сверху и проходит через макушку и через все ваше тело, опускается через ваши стопы, уходит вниз. Пусть все ваше тело наполнится этой любовью от неба, от солнца.
Сейчас вы чувствуете любовь от земли, любовь от неба. Они дают вам все то, что необходимо вам для жизни. Это как наши родители. И эта любовь объединяется в вашем сердце, заставляя его расширяться, заставляя его испытывать любовь. Это самая мощная энергия. Прочувствуйте ее. И сейчас мы войдем в самое священное пространство сердца, удерживая внимание на сердце. Представьте, как будто вы через мембрану сердца проникаете внутрь. Самое священное пространство. В самую глубь сердца. В этом пространстве нет времени. Здесь есть все. Любая информация. Здесь есть Творец. Постараемся войти в это пространство. И войдя в него, мы оживим его. Попросите осветить это пространство, наполнить светом, чистым светом. Вы можете представить, как золотой поток света проявляется в этой области, или белый свет. Или разноцветный свет, блестящий, мерцающий. Как вам больше нравится? Приятный, теплый свет. Он зарождается в центре вашего сердца. Мы оживляем свое сердце, позволяем ему светиться, расширяться. И затем почувствуйте вибрацию, исходящую из этого священного пространства внутри сердца. Это может быть вибрация, может быть звук, может быть какое-то ощущение. Сосредоточьтесь на нем. Улавливайте эти частоты. И прямо здесь, внутри этого пространства, хранится знание о глубочайшем желании вашего сердца. О том, чего вам хочется больше всего на свете. И
И оно ждет, когда вы вспомните об этой информации. Ведь это и есть причина вашего пребывания здесь, на Земле. Спросите себя, чего вам хочется больше всего на свете? Чего хочется именно вам? Не другим людям, не чего ждет общество, родные, а именно вам. Ответы могут пойти в любой форме, они могут прийти в качестве мысли, картинки, звука. Вы это можете услышать, можете что-то вспомнить. Это все правильно. Отключаем ожидание и напряжение. Просто позволяем информации идти. Если она пришла, понаблюдайте, поизучайте эту информацию. Если у вас будут какие-то другие вопросы, вы тоже можете задать их здесь. Здесь есть все ответы на все вопросы. Если вы готовы на данный момент получить ответ, он придет. Если пока нет, не готовы получить информацию, то она придет потом, со временем, когда вы будете готовы. Не торопите события, все идет своим чередом. Расслабьтесь. Сейчас ощущайте любовь к себе. Ваше сердце открыто. Ваше сердце наполнено светом и любовью. Наполните себя, всю свою суть, свое тело, энерготело любовью. И заполните все пространство вокруг себя, все свое жизненное пространство. Вы можете наполнить всю комнату этой любовью. Вы можете наполнить весь район любовью. Весь город, всю страну, всю землю. Как у вас пойдет, ограничений нет. Это мощная, безграничная энергия любви. И сейчас вы истинные, и вы принимаете себя в этой форме. Вы принимаете других людей
из сердца, из чувства любви, с пониманием, что все идет, как должно быть. И вы расслабляетесь, доверяетесь потоку любви. Побудьте еще некоторое время в этом состоянии любви, принятия. Если вам идет информация, изучайте ее. Сейчас мы будем медленно выходить из этого состояния. Осознайте свое тело. Сделайте более глубокий вдох, более глубокий выдох. Шевелите пальцами рук и ног, осознайте свое тело. Если вы лежите, сгибайте ноги в коленях и ложитесь на бок. Мы остаемся еще с закрытыми глазами. Поднимаетесь в положение сидя. С закрытыми глазами погладьте себя по голове, по плечам, по рукам, по туловищу, по ногам. Обнимите себя и скажите, как вы сильно любите себя, истинного, настоящего. Вы любите и принимаете себя. Затем выразите свою любовь к родителям. Неважно, здесь они или уже ушли, выразите любовь к ним. Скажите, что вы принимаете их такими, какие они есть. Вы любите их такими. И представьте своих родных и близких. Выразите к ним любовь. И скажите, что вы принимаете их такими, какие они есть. Внимание направляйте на дыхание. Со вдохом поднимите руки вверх, соедините ладони над головой. И на выдохе опускайте ладони на намасте перед грудной клеткой. Подбородок опустите вниз и мягко
открываете глаза, замыкая взгляд на ладонях. И затем поднимаете голову. На этом практика медитации подошла к концу.